Богатырские игры – так называли спортивные соревнования, которые собрали вместе молодых представителей сильного пола из 9 образовательных учреждений города. Среди них и школьники, ребята, обучающиеся в СУЗах и вузах. Началом состязаний стало перетягивание каната. В борьбе за лидерство команды не жалели своих сил и выкладывались на все 100%. По итогам этого вида состязаний первенство завоевали юноши из гимназии номер 1. Затем соревнования продолжились в зале силовых тренажеров, где команды демонстрировали свои возможности в поднятии гири весом 16 килограммов и жиме штанги с увеличением веса от 15 до 45 килограммов. Учащиеся первой гимназии и здесь оказались лучшими. В спортивном зале, где проходили дальнейшие состязания, ребятам предстояло помериться силами как в индивидуальных и парных, так и необычных командных видах спорта. Среди них перетягивание палки, шведская стенка, слепая лошадь, чехарда и змейка. Здесь учитывалось все – физическая подготовка, командный дух, здоровый спортивный азарт. По сумме всех соревнований кубок победителя муниципального турнира «Богатырские игры» достался команде из гимназии номер 1. Второе место у школы номер 16, а третьими стали ребята из гимназии номер 3. Грамоты получили все участники турнира.